Message for today. Understanding your intuition. Послание на сегодня. Доверьтесь своей интуиции. Know the difference between a fear and a valid instinctive reaction. Вам необходимо научиться различать страх и подсказки интуиции. And knowing the difference between instinctive responses and emotional responses based on our past trauma and stress allows you to have the best judgment. Если вы сможете определить разницу между тем, что говорят вам ваши инстинкты, и тем, что диктуют эмоции, вызванные не настоящей ситуацией, а вашими прошлыми психологическими травмами и стрессом, вы можете оценивать положение трезво. Especially when you need to make a quick judgment call or an important decision. Этот навык особенно пригодится вам в случаях, когда вам нужно быстро принять важное решение. I invite you today to become aware of how you make decisions in your life. Я предлагаю вам осознать, чем вы руководствуетесь, когда делаете жизненный выбор. Are your responses based on past negative experiences, which could ultimately cause you to make an error in judgment? Не выходит ли так, что ваши суждения основываются на негативном опыте, который заставляет вас принимать ошибочные решения?